Здорово! Это обзор от Mopork, я Трэш, и сегодня у нас пугающий шейк. Начнем, как всегда, с топа и мистического числа зверя. Многие из вас еще в начале этого года просили о новом топе хорроров. Я даже затерялся в поисках первого. Целое кладбище сообщений. Но знайте, каждый ваш затерянный крик и стон был услышан и воплощен в этом топе. Sinister Edge – захватывающая хоррор-головоломка, в которой вам доведется исследовать старый дом и его окрестности в поисках улик, связанных с преступлением. Поместье давно пустует, но ощущается зловещее присутствие потусторонних сил. Решая головоломки, вы будете открывать все больше дверей и приближаться все ближе к разгадке тайны. В Sinister Edge есть поддержка геймпада и VR-устройств, что подарит незабываемый игровой опыт. Игра The Fear расскажет историю о Майке и его супруге Марте, которая стала слетать с катушек после рождения дочери. Со временем она обезумела, и врачам пришлось поместить Марту в психиатрическую лечебницу, где она покончила с собой. Майк смирился со страшными событиями и решил двигаться дальше, найдя новую мать для маленькой дочери. Но кто-то оказался против этого союза. Призрак Марты начинает преследовать Майка повсюду. Сон покинул его, и он больше не понимает, где иллюзия, а где реальность. Cracked Mind – хоррор с необычным сюжетом. История начинается с обычной поездки семьи в загородный дом после тяжелых рабочих будней. Жена с детьми уезжает за покупками для вечернего ужина, а вы ложитесь вздремнуть. Проснувшись, вместо приятного вечернего ужина с семьей, ты оказываешься в компании странного существа, которое после недолгого скитания по дому переносит тебя в другой мир, наполненный не только ужасом и загадками, но и ловушками, мистикой и магией. Серия Mental Hospital в представлении, наверное, уже не нуждается. С каждой новой серии отечественному разработчику на коленке удается создавать все более пугающие хорроры. В Mental Hospital 5 вас вновь ждет расследование. На сей раз вы отправитесь на поиски пропавшего брата. К шестой части вы, наверное, пропадете опять, а за вами придет ваша троюродная сестра или бабуля. Но не суть. Главное, что игра не перестает пугать, а напротив, набирает оборотов с улучшенной графикой и атмосферой. Эпизоды In Fear I Trust отлично подойдут игрокам, которые ищут полноценный хоррор с многочасовым прохождением, продуманным сюжетом и красивой графикой. Вы играете за Николая, подопытного из исследовательского центра СССР. Проснувшись, вы, естественно, ничего не помните, а способности, вызванные экспериментами, позволяют вам видеть призраков прошлого и настоящего. Вас ждут сложные головоломки и 4 затягивающих главы. Ну и наконец, White Day. Хоррор, который является ремейком культовой игры 2001 года. Вы обычный студент, который пробирается в школу ночью, чтобы оставить записку возлюбленной, и неожиданно попадает в настоящий ад. Мертвые ученицы, ползающие по стенам, гигантские эмбрионы и призраки будут пытаться добраться до вас. Тебя ждет потрясающий нелинейный сюжет. Богатая сюжетная линия с большим количеством концовок и несколькими переплетающимися линиями. White Day – это лучший хоррор на Android в лучших традициях корейских фильмов ужасов, пробирающих до костей. А теперь отправимся в прошлое и посмотрим, что же пугающего мы там пропустили. Я откопал для вас древнейшую адвенчуру 98 года, которая пугает страшнее современных хорроров. С героем, пережившим амнезию еще до того, как это стало мейнстримом. Представляю вашему вниманию лучшие point-and-click 90-х. Санитариум. После автомобильной аварии вы приходите в себя вовсе не в больнице, а в приюте для душевнобольных. Вокруг вас творится настоящий ужас. Но вы даже не в состоянии понять этого, так как из-за потери памяти не осознаете, что есть норма. Санитариум – это настоящий шедевр в мире хорроров, где разум от безумия отделяет очень тонкая грань. А теперь перейдем к игре недели.
Недавно вышел необычный хоррор под названием Sophie's Curse, в котором вам в роли медсестры предстоит провести всего одну ночь, присматривая за беспомощным стариком. Но, наверное, вы уже почувствовали подвох. Конечно, никто не откажется от хороших денег за одну ночь присмотра за стариком. Но что, если никто вас не предупредил, что сгорела вся проводка, а в доме обитает призрак девушки? Можно лишь догадываться, что девушка – бывшая жена старика, за которым нам поручили присматривать. Ваша задача – прятаться от призрака Софии, используя ноутбук и подзаряжая тухнущие лампы. Да, игра очень похожа по механике с серии FNAF, но в отличие от игрушек, призрак Софии не покидает вас ни на одну минуту и с каждой секундой приближается к вам все ближе, дыша вам прямо в затылок. Ну, давайте посмотрим, чего же там мрачненького намечается на Android в ближайшем будущем. Еще в 2014-м был анонсирован проект Black The Fall, который постепенно обрастал подробностями, трейлерами и вот теперь готовится к своему релизу в начале 2017 года. Black The Fall похоже на Лимбо, но безысходность и тлен приправлены еще ноткой ужаса. Вы играете за безымянного персонажа в безымянном мире, наполненном голыми людьми и мутированными животными. Главный герой награжден лишь кровавым кашлем, странным мушкетом и парой тряпок на теле, отличающим его от остальных жителей мира. Со временем вы сможете пополнять и улучшать арсенал из подручных средств, но постоянное отсутствие патронов будет вас вынуждать проходить уровни в стелсе, используя ловушки и головоломки против врагов. Ну и поднимем себе настроение с занятным трэшем. Если, конечно, страхом можно поднять настроение. В поисках хорошего трэша я наткнулся на настоящую наркоманию. Мультяшный квест про лампоголового ребенка, который сражается с монстрами в своем доме. Главный герой хоррор-квеста Bulb Boy просыпается от крика своего дедушки. Открыв дверь, мальчик обнаруживает, что дом захватил странный монстр, превращающий в кошмары все живое и неживое, попадающее под щупальцы. Используя вашу смекалку и откручивающуюся голову, вам предстоит вернуть дедушку и летающую собаку в одиночку. Тебя ждут интересные загадки, необычные персонажи, великолепная графика и запоминающаяся ночь ужаса. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш... Почему свет погас?